Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в «Растения против зомби 2». Так, ну что, сегодня мы забираем с тобой 5 космических бобов. Давай сюда мне их. Лазербин. Да-да, именно они. Так, что у нас тут еще? Так, сегодня, это что у нас? Пиньяты две или что? Да, это, ребята, 2 пиньяты зомбоса. Ох, ну ничего себе, 30 аж. 30. И этих еще Cold Sharp Dragon. То есть ледяного дракона 15 карточек дали. Оу, Слушай, ну ништяк, ты посмотри, 15 заморозочки дали. Крут, крут. Блин, вот это, конечно, класс, ребят. Вот это я понимаю, пиньята зомбоса. Порадовал меня. Так, здесь я, пожалуй, пока воздержусь. А, здесь 2000 монет. Спасибо огромное. Так, интересно, здесь какие-нибудь сегодня ивенты есть хорошие, замечательные? Я вижу, ребятушки, вот, за пиньяту, за одну. И кто у нас там? Ледяной Блум. Поехали. Ледяной Блум, так ледяной Блум. Будем сейчас разбираться, что, к чему и почему. Вот так вот сразу же, да? Показали мне, что там будет робот-зомби. Да. Что-то как-то так. Да, это будет, ребята, жестко сложно, я сказал бы. Главное, чтобы вот этот вот охламон не пришел в себя. Вот, давай, арбузик, сюда. Будем сейчас бомбить их. Нате, зомби, получите, паршивцы. Блин, ну куда же, ну куда вы лезете, а? Ну вот куда вы лезете, а? Буржуи, супостаты. Лезут они тут, понимаешь ли. Опять они прыгают. Слушай, заморозка довольно долго держится, я тебе скажу. Довольно долго. Дай-ка я вот тут, наверное, вот так вот сделаю. Блин, мне надо этот получить. Улучшалочку. О, спасибо. Улучшалочка в кармане, друзья. А что они там хрумкают? Я что-то не могу понять. Что они там едят, хавают? Да ладно, он уже прет. Он уже явился и не запылился, да? Так, слушай, подожди. Давай-ка вот так вот сделаем. Блин, да он там не один, ребята, он там не один. Я немножко удивлен, что здесь музыки нет почему-то. Почему на этом уровне нет музыки? Куда музыка все делась, а? Как думаешь, справимся? Я думаю, справимся, ребят. Я думаю, мы с ними очень даже легко справимся. Рассыпался охламонище несчастный. Ну что, остается последний, да? А эти ребята навсегда замерзли. Вот, эти зомби. Они навсегда замерзли. Они даже, я бы тебе сказал, будут как... как преграда. Чтобы зомбарям пройти, им придется схавать эти ледяные глыбы. Ну, в принципе, для первой победы это хорошо. Но что дальше будет, я не знаю. Если тут уже пошел такой трешняк, то дальше будет только хуже. Ой-ой-ой-ой-ой, курабойщики, ребята. Курабойщики, собственно, персоны. Так, лужайку я пока придержу. Потому что посмотрим, откуда Вот, курабойщик отсюда идет и пойдет. А зачем я сюда-то... Ой, господи. Поставил не туда, куда надо. Подожди, ну да. В принципе, все нормально.
Так воды. А мы что, не попадаем по нему? Блин. Не, все нормально. Заморозили. Чертовые бабушки мы этих хохломонов. Ну это же круто. Это, ребятушки, очень круто. Давай-ка мы, наверное, двоих сюда поставим. И побольше шипастых лужаек, потому что... Давай, поехали. Все очень даже великолепно. Мне бы ледяную бы. Он типа сдулся, да? Типа. Поехали. Хрум-хрум-хрум-хрум. Всех там похрумкали. Не, пока не будем, наверное, тратить. Незачем. Влупляй. Так, сюда. Ай-яй-яй-яй, наверху там проползает. Да как так-то? Ползет и все, в наглую причем. Ну, я тебе скажу, что в принципе все, ребят. Авансиком мы прошли. Авансика мы прошли, эти курицы нас уже не интересуют нисколечко. И вот так вот. И вот так вот, главное, заморозку сделала, она не сработала. В общем, здесь тоже мы прошли. Причем очень даже неплохо. Так, все 5 монет. Плюс все эти газонокосилки мы сохранили. Ну что, переходим на третий этап. И здесь у нас что? Твою налево, здесь куча, толпа просто гаргантюах. Просто, ребят, толпище. И, надеюсь, попробуем их заморозить. Так, орех, орех, ну фиг мне орех. Орех здесь, он здесь ничего не сделает. Зря я так сделал, надо было сюда поставить. Так, ладно, пока будем выстраивать здесь оборону. Уже? Уже прет. Твою налево, заморозь. Заморозь его. Есть. Но это не та заморозка, про которую я хотел. Это легкая заморозка, ребят. Мне нужно, чтобы он превратился в глыбу. Шиш, да? О, там еще один идет. Там, ребятушки, еще один идет. Во! Сейчас попробуем. Сделаем так. Давай. А фиг ли екают, Придется так делать, ребят. Иначе хана нам будет. Иначе нам будет хана. Вон, идет еще один. Обормот. Вот так вот хотя бы. Пока на первое время. Идет, да? Шуршит. Чулочник несчастный. Так, этого разнесли. Он там еще здоровый. Ну-ка попробуем. Готов. А этих замораживаем. Вот и все. Вот и все, друзья. Да, но здесь, конечно, была опасность внизу, когда они шли. Не понял. А, это, видимо, там заморозился кто-то, да? За кадром мы его и не увидели. Так, ну что, подбили.
Давайте мне, пожалуйста, мои монетки. Да, одну газонокосилку пришлось, конечно, потратить. Ну, лучше потратить газонокосилку, чем потратить здоровье или попытку. Так, это у нас предпоследний этап. Получается, сейчас будет... Ой-ой-ой-ой-ой. Опять тут без Гаргантюа никак. Ну, не обойтись просто без них, да? Ну, что же. Кричит, шумит там что-то. Что, замораживать придется их? Блин, тут еще и эти. Танцор диска идет. Да ну, хорош, завязывайте. Сразу же что-то их тут не отправляет. Давай-ка вот без этих вот своих фокусов. Блин, наверху попрыгулька идет еще. Завалили попрыгульку. Конечно, бы хотелось бы их по максималке всех прокачать, но... Так, тут у нас еще и эти, да? Инженеры Гарина идут. Хе-хе-хе. По-другому их не называть. О. А что, будут защитнички, что ли, здесь идти у нас? Или зачем нам их дали? Зачем-то их дали. Оп. Как мы их подловили, а? Они хотели к нам на голову прыгать. А по итогу получилось, что мы их просто опередили. Шига-дрыга. Не понял, там что, попрыгунчики эти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, где он там? Замораживаем. Не вздумай там бросить своего хламона этого несчастного. Ну, все-таки кинул. Слушай, ты запарил, а? Иди-ка здесь в трещину, я тебе сказал. Все, ребята. Ух, выстояли, выжили, дали отпор этим зомби. Все у нас получилось хорошо. Так, и получается, мы переходим с тобой на последний заключительный этап, после которого мы получим нашу драгоценную пиньятушку. И мне кажется, что там будет Golden Bloom, вот это вот замораживающее растение, которое замораживает всех на карте. Поехали. Так, скорострелы, горохострелы. Так, этого пока тратить не будем. Пригодится он нам. Угу. О, о, давай сюда. Разрушайте надгробие. Вот сюда вот. Ох, как хорошо. Блин. Угу. Пираты. Пираты Карибского. О-о-о, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот этого, блин, мне не надо здесь. Смотри, а. Заморозка, все, все, все у нас в дело пойдет. Так, вон там еще один внизу. Есть, башка с плеч. Видишь, там еще эти ползут. Маги. Если бы не маги, если бы не они. Красавчики мы, просто красавчики. Ушатали всех. Ну что, друзья мои, вот и монетки. Вот,
за газонокосилки и пиньята. Надеюсь, пиньята нас порадует. Где она там? Забрать. Ну, показывай, что у тебя там. О, солнечная жаба. Так, каменные шипы. Ну, электрическая стенка. Ну, я, ребята, ей не особо пользуюсь. Вот это нормально. Вот это хорошо. Примитивный этот подсолнух. Так, замораживающий дракон. Ну и, в принципе, все, ребят. По десяточке всего, да? Отлично. Так, здесь у нас больше ничего нет. Конфетки, конечно, есть. А тут у нас что? Тут у нас что? Подожди, а мы что, пиньяты с тобой не бомбили? 9 дней 20 часов. Какой-то ивент у нас идет. Ресторинг. Возвращение покупок. Ну, давай подождем. Что-то я ждал, когда у меня эти восстановятся покупки, так и не дождался. Ну что, давай-ка мы в ивент поиграем. Как-то я его упустил, а? Скажи-ка мне на милость. Я даже боюсь на арену здесь заходить. Я боюсь, там у меня самый первый кубок. Какой он там, деревянный или масляный? Так, тихо. Ну-ка, давай. Этих обязательно тут кромсать. Картошка? Значит, будет заморозка, да? Значит, будет нас тут замораживать. Давай так вот сделаем. Картошечка, картошечка, картошка. А нафига ты так сделал, Рэй? Хотя нормально. Пускай только сунутся ко мне. Опа, опа, опа. А, он справляется с ними? Неожиданно для меня. Он даже очень неплохо справляется. И что ты лезешь-то сюда, а? Головоногий зомби. Эй. Не надо мне тут толкать свою пургу, пацан. Ну, он достал, серьезно тебе говорю. Так, может быть, влупить? Давай влупим. Да это когда-нибудь закончится беспредел-то этот или чё? Давай вот этих взрывиков, пожалуйста, гаси. Угу. Пшикнуло там, запшикало. Я тебя потолкаю сейчас их. Толкать он тут не собрался. Вот и все, друзья. Вот и все. Ивент довольно легкий оказался на самом деле. Ну что, три пиньяты на выбор. Ох ты. Слушай, это новый какой-то, у меня не было такого. Оу. Слушай, давай тогда, наверное, если сейчас дадут мне возможность, второй раз сыграем. Я думаю, никто не будет против, да? Так. А, за... Повторить за 10 гемов. А что, раньше можно было за рекламу, ребят, повторять. А сейчас нет. Вот такие вот петрушки. Так, дай-ка я посмотрю, что у меня там. Угу, еще 1000. Спасибо. Так, по имени там все тихо. А, сейчас вот так вот показывают, да? Что у нас прокачано? Финдморе. Он закрыт у нас, Финморы. И этот закрыт. И этот закрыт. Погоди-ка. Как-то этот-то у меня закрыт. Я не... Подожди.
И этот закрыт. Эй! Подожди секундочку. Я хочу просто вспомнить, что у меня было открыто, а что у меня было закрыто. Ну, вот из этих, да, у меня все было закрыто. Ну, подожди. Мета же была. Или это новая мета какая-то? Разве у меня вот этот был закрыт? Я специально, ребят, посмотрю. У меня же записи есть. И я могу посмотреть, что у меня открыто было, что у меня было закрыто. Ледяной дракон у меня открыт? Ну-ка, покажи. Так, он у меня должен быть открытым. Да где он вообще? А, ну, ледяной дракон открыт. Да ну, быть не может, чтобы у меня вот этот чомпи был закрыт. Ну, видимо, да, ребят. Видимо, он закрыт. Я остался закрытым. Видимо, мы его в тот раз не открыли. А что вот сейчас показать? Что? Вот это открыто? Это я открыть не могу. Да. О, смотри. Кактус зайчик-то новое растение, ребят, такого я не видел. Чили пайпер. Угу. И вот что-то новое. Метеор флауэр. Цветочек метеор. Блин. Столько всего интересного. Пока меня не было. Ну, покупать я ничего не смогу. Даже не то, что покупать, я не могу ничего улучшить. Потому что у меня недостаточно количества растений, чтобы улучшить. Давай посмотрим, что у нас. Что это за ивент-то такой? Что, глянем? Пока энергия есть, да? Что тут у нас? Welcome to музей, зомби-музей. Растения. Вам отсюда не уйти. Вы здесь все погибнете, говорит зомбос. Интересно. Почему он так уверен в этом? Че? Только два растения таких. Да. Это же обычный орех? Или это взрыв орех? Я не могу понять. Это взрыв орех. Как мне вот... Я не знаю, давай как так сделаем. Истерика вышла, блин. Просто вышла истерика. Ну, в принципе, если так пойдет дело, мы должны их тут быстренько раскочепарить. Да? Так не считаешь? А вот я почему-то думаю, что мы их быстренько тут раскочепарим. Что он там бомбит? А, он орех бомбит. Ну, он же знает, что... Чем это чревато бомбить орех своим щитом. Это будет огромный бум. Бум-бада-бум, я бы так сказал даже. Сейчас рванет. Сейчас рванет, ребята. Ага. Рванул, поэтому делаем замену. Ну что, может, ускоримся чуть-чуть? Хорош. Что там опять они давят мой орех. Не, пока не будем, ребят, тратить, потому что это еще не последняя волна зомбарей. Возможно, еще придут. Это какой-то исторический музей, да? Исторический музей зомби. Не доисторический, а исторический именно. Это римляне. Зом-римляне. А вот теперь можно, наверное, применять. Все, что ли? Что-то не помню. Это сейчас что было?
Это последняя волна ведь, да? Давай еще залп. И еще залпик. Вот и все. Что и требовалось доказать. Это только на пятом уровне мы был. Ух ты, там какая пиньета хорошая. О. Ну, сколько я тут? 5. У меня 70 энергии. То есть я могу 7 этих, 7 ступенек пройти, да, получается. Так, ну что здесь-то опять? Что? Что такое? Уничтожьте зомбо-легион. Да я только этим и занимаюсь. Сколько себя помню? А, вот оно как. Ну... Ну, наверное, возьмем... Блин. Почему теневуху-то там показали? Поставили теневуху, а? Типа вот эти вот зомби, и все, и больше никого типа не будет, да? Если бы это была бы правда. Так, теневые. Ну давай так поп... А, подожди, подожди, так попробуем. А эти-то, с чего мы будем энергию-то получать? А хотя вот с этих и будем получать. Все нормально, че я. Правильно, да? Или лучше вот так вот сделать? Давай так попробуем. Угу. Зомби идут. Зомби идут. Так. Так, энергию получаем. Замечательно. Но подвох в чем-то будет. Только непонятно пока в чем. Ну, обычно легион идет с зомбарей, который мы взрываем на изи. В принципе, ничего сложного здесь нету. Тотальное уничтожение этих несчастных зомбаришек. Да тут легче пареной репы. Да, вообще легко. Все. Вот, разобрались. Упс. Упс. Давай-ка вот так вот сделаем. Бэм. Пускай самурай тут стоит. Ну и все, видимо. Последний зомби тут идет. Далеко, естественно, он тут не пройдет. Без рук, без ног, без головы. Падай давай уже. Прекрасно. Давай следующий посмотрим уровень. Это только на пятом, блин, получим 1500. Так, а вот эти арбузы нельзя, чтобы уничтожили. Вот это вот уже маг. Давай Джека возьму. Голдблум.
Мне тут, наверное, понадобится. Хм. Маги, значит, да? Возьму, наверное, вот так вот. Виноград, скорее всего, мне понадобится. Так, у него эти есть, да? Бин бы, конечно, бина бы надо взять. Заморозочку возьму. Возьму двойной подсолнух. Даже не знаю. Ну, давай возьмем, наверное, вот так вот. И боулинг. Или нет, нет, лучше лаву. Вот так вот. А дальше смотрим, что у нас получится. Поставить, что ли? Лава-гуава. То ли арбуз у меня такой слабый, то ли чей, не пойму. Голдблум, давай танцуй. Так, это мы забрали. Сейчас мы их тут всех зажарим. Так, вот они, эти маги. Естественно, чтобы им пусто было. Надо их расстреливать заранее. Что, еще выжили, что ли? Эй! Ну вот и все. Здесь было тоже все великолепно. Поехали далее. Это у нас четвертый этап, получается. Предпоследний до награды. Так вот эти цветочки что? Мы не должны их... Не должны их замять, а у нас, да, получается? Получается, что их не должны замять. Значит, что делаем? Возьму, наверное, вот так вот. Так, так. Двойного подсолнуха нужно, наверное, прихватить. Еще, я думаю. Джека возьмем. Подрывника, не знаю, стоит ли мне его вообще брать. Наверное, даже не стоит. Наверное, даже не стоит. Голдблум и... А где у нас двойной-то этот? Я что-то не могу понять. Я смотрю, смотрю и не могу его увидеть. А, вот он. Двойной подсолнух тогда возьмем. И, скорее всего, там нет никаких машин. Нет, там только вот зомби. Давай возьму чернику. И надо, чтобы наверх. Видишь, он идет с щитом. Так, он прикрывается. А поверху у нас что бомбит обычно? Хорошо. Вот этот вот. Он заодно еще и споры будет выставлять. Логично? Логично, логично. Зомби идет, да? Он говорит. Зомби идут.
Зомби идут. Голдблум, Голдблум. Если он тут на что-то рассчитывает, то пускай даже и не мечтает. Ничегошеньки я ему здесь не позволю. Так, давай сделаем таким вот образом. А вот то, что ураган, то это да. Это не очень хорошо, ребят. Маги. Там у нас идут маги. Но эти задания не настолько, ребят, сложны на самом-то деле. Поэтому тут просто на изи проходишь. На изи, на чили, на расслабоне, да? Это я все забираю. Взорвем. Вот и все. Ничего сложного нет. Ну что, вот у нас и пятый уровень, за который мы получим 1500 монет. Окей. О, а вот это, ребят, будет похуже. Че, я одним этим должен? Вы серьезно? А, все. Пугают меня нафиг. Я уже думал, что одним этим должен тут. Так, возьмем Джека. Голдблум возьму. Наверное, так. И... А подсолнух я куда буду ставить? Вот мне интересно знать, куда я там буду ставить подсолнух. Давай гриб возьмем, вот этот маленький грибок. А, тут вон эти. Так, подожди, с костром. Кто у нас костер тушит? Тушит костер. По-моему, ледяной арбуз очень неплохо тушит. И вот капелька. Так, Блум, давай танцуй. Так, сюда поставим. Давай срочно уничтожаем. Совсем другое дело. Вот посмотрим заодно, что это. Ах, вот он как. Вот он, ребята, как работает тут. Ой-ой-ой. Блин, сейчас серьезно? Туши, как говорится, светом. Всем этим голодранцам. Идут там с факелами своими. Факельное шествие решили мне тут устроить. Да, ё-моё, у меня... Ну, чё не берет? У меня все уже забито. Я уже даже не знаю, куда тут тратить-то. Давай проверим. Чу-чу-чу-чу, такая заморозка идет. Колоссальная. Я-то думал, тут будет сложность какая-то тут вообще на изи. Просто изично. Вот и все, и вообще никаких проблем. Ну, ледяной вот этот перец, чили пайпер, ну я не знаю, ребят. Такое себе, если честно.
три ряда заморозки, то есть замораживает три ряда. Чили Пайперс очень даже крут. Да, но он теперь наш будет нашим другом навсегда. Отлично. Вот тебе и отлично. Так, клейм принять. 1500 монет начислили мне в кошелечек на наш, на наш цветочный, так сказать, кэш. Здесь я закрываю. Дайте мне на огород зайти на мой, посмотреть там, как у нас вообще дела-то тут. О, сажаем. Сажаем, поливаем. И жужу отправляем вот сюда вот. Да, жужу. То-то и оно. Магазин, наверное, ребята, работать сейчас не будет. Даже нет смысла туда заходить. Че, глянуть арену, что ли? Или давай уже, наверное, в следующий раз? Да, ребят, я думаю, что на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.